10 неисправных пассажирских автобусов сняли с линии инспекторы ГИБДД в Петропавловске. У трех машин не работал спидометр, еще у двух тормоза. Также за поломанные фары сняты еще 5 автобусов. Пассажирский транспорт ревизоры на днях встречали на автостанциях 10-го километра, КП и СРВ. За выпуск на линию неисправных автобусов рублем наказаны трое должностных лиц. Они заплатят по несколько тысяч рублей. Также в ходе проверки выявлено более 20 нарушений правил дорожного движения водителями. По словам автоинспекторов, самые частые из них – разговор по телефону за рулем, игнорирование красного сигнала светофора, а также заезд за стоп-линию. В ведомстве добавили, что все эти проверки прошли не только в Петропавловске, но и в Елизово, а также в Вилючинске. В общей сложности осмотрено несколько десятков автобусов.